а Путин не президент, то кто тогда Путин? Скажите, кто он? Кто такой Путин? Путин! Путин! Путин вор! И не только вор, а это самозванец. Мы должны сегодня зафиксировать: в Кремле самозванец. А это для России смертельно опасно. Поэтому мы сегодня должны понять простую вещь. 4 марта наша кампания за честные выборы не закончилась. Она перешла в другую стадию. Теперь наша кампания называется «За честную, легитимную власть против жуликов, воров и самозванцев». Вот некоторые надеются, власть надеется, что после 4 марта мы с вами уйдем с улицы и прекратим борьбу. Вот давайте мы ответим, опровергнем их ожидания. Мы уйдем с вами! Мы уйдем! Мы уйдем! Правильно! Мы с вами никуда не уйдем! Мы не уйдем! Мы не уйдем! Мы не уйдем!